Ей всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Playmark Fox, Госдума, и Lovely Toffly, Дэн и Тучка Госдума. Пацаны, поздравайтесь! Всем привет! Всем привет! Всем привет, братишки! Сегодня у нас будет очень классный ролик. 100 Абунг в лабиринте охотятся за нами. Спите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. У нас будет несколько раундов. В первом раунде будет всего-навсего каких-то несчастных 10 Абунг. Бегите, бегите быстрее! А теперь я включаю искусственный интеллект. Смотрите теперь, какая у нас классная тема. Я теперь могу наблюдать, как Гусанёк играет, смотрите. Гусанёк, ты что, уже на вышке? Эй, да. Офигеть, смотрите, я могу наблюдать, что делает и Тучка. А где Абунги? Они приближаются, блин, я ж не подновился, быстрее беги. Через пару минут я ставлю еще 10 штук. И каждые 2-3 минуты будет добавляться по 10 штук. И в итоге 100 Абунг бешеных. Блин, я свалился. Он сейчас прыгнет резко, может замочить нас. Вот смотрите, о чем я и говорил, он прыгает высь. Ой, он уже тут. Ай-яй-яй-яй-яй. Ребята, я знаю, что мы сейчас сделаем. Мы сейчас еще сделаем лучше. Третий раунд, когда пройдет пару минут, мы поставим порталы. Ай, да блин, уперся головой в какого-то человека и буксую. Так, где Гусанёк? Так. Смотри на мой паркур. Это у нас и Тучка. За что твой паркур? Ты сейчас ты упадешь вниз, я поугараю. А как я так научился паркурить? Ничего, ах ты как через него припрыгнул. Нифига себе ты молодец. Так, вот и Тучечка, смотрите, стоит уже на вышке и палит, молодец. Дим, я тебе предлагаю включить реалистичный раунд падения, чтобы пацанам легко не выживать не было. Ты так говоришь, потому что ты еще не видел, что такое 100 Абунг. Так, давайте посмотрим, как и Тучка сольется. Давай, Тучечка, беги. Я упал. Ладно. Ух ты, да как ты перепрыгнул через них, ну ты молодец. Так, хорошо. Я до сих пор здесь лежу, отдыхаю. Это было прикольно. Так, один здесь портал. И один ставим вот здесь. А, быстрее, теперь можно, пацаны, в портал заходить. А! Да ё-моё, так дёргаюсь, когда меня мочит, блин. Ну, видишь какой-то? Быстрее, все в портал, заходи. Так что ж я не успеваю в портал зайти, блин. Да что за проклятие портальное? Есть. Вот, отлично. Блин, я прямо возле него выпрыгнул. А я на вышке один. Представляете, какой я красавчик? А ты, Дим, смотри теперь на маленький островок. Ничего себе ты лобаешь, красавчик. Ай, блин, так кто-то меня посрочи дает. Тут человек танцует. Давайте посмотрим, что делает Гусанёк. А что ты тут делаешь вообще? Так, и Тучка приближается. Классно, да, портал установил? Только в одну сторону. Односторонний называется. Так, один родился с портала, я видел. Все, я в вышке. Так, я вижу, какой Гусанёк бежит. Так, я думаю, что пришло время добавлять еще очень много штук. Не надо. Это у того уже 30 штук, давайте еще. Вышки. 40 штук, пацаны. Ого, у меня же Горис Мод начинает подлагивать. Досмотрите обязательно до конца, потому что 100 штук будет. Даже если Горис Мод будет 1 FPS показывать. Они нас атакуют сильно, да, пацаны? Вообще. Ой-ой-ой. Так, Гусанёчек паркурит. Санти. Нет, не успею. Эх, быстрее, блин. А, быстрее, надо бежать. Блин, я все оружие клацаю подряд, чтобы выжить. Теперь у нас два портала. Один ведет в другую часть вышки. Смотри, теперь я с этой стороны выпрыгиваю, прямо на вышке сразу появляюсь на бортике. Ого, они меня закинули. Красиво закрыть сальтухи. Эй, это чё стол поставил? Все нормально? Я сижу. Странно, у меня анимация, как будто ты сидишь жопой. Стул улетел. Блин, это было круто. Кстати, я смотрел на тебя от лица стула. Это было очень... А чего так? Так, вижу, как и Тучка бежит со всей силы. Тупик, так тебе и надо. Я видел, как ты слился, блин. Ребята, это очень эпично, когда теперь можно наблюдать за человеком со стороны. Чпоньк. Блин, я прям в логове появился. Кстати, вообще невозможно выжить. Хорошо, я знаю, из-за чего это происходит, потому что надо в этот портал нырять. Так, нет, и сразу бежать. Чпоньк. Так, Гусанёк, что случилось? Меня зажали. А, и вот ты разучился паркурить. Да, я и слышу, и вижу, как ты сливаешься. Молодец, давайте понаблюдаем лица Гусанька. Смотрите, успел, красава. Давайте еще один портал поставим, я думаю, что надо нам еще. Это будет самый зловещий портал, пацаны. 150. Во, есть, я успел поставить, пацаны. Вам понравится тот портал, который я поставил? Я в него не прыгну. Да, это просто черный портал, смотрите. Я, кстати, черный портал еще ни разу не ставил. Угол просто черный.
Прикольно, мы теперь падаем чуть ли не с неба. Гусанёчек, молодец, тоже призван. Давай, я на вышке. Поднимайтесь все на вышку. Так, все, ждем гусанька. Смотрите, вот он идет. Красавчик! Привет! Здорово! Че, нормально все? Да. Только не подходи к краям, они сейчас тебя замочат так. Добавляем еще. По чуть-чуть там, чуть-чуть там. Я выживу, не бойся. Осторожно, гусанёк! Я видел, как Марио тебе выбил кирпичи. Ого, прям рядом стекло хочет поцеловать ноги мои. Они приближаются. Блин, я не успел клацнуть. О, давайте проверим, смогу я сейчас поставить все-таки портал. Это, блин, ну псих, что ли? Теперь я, пацаны, оказался в вашей ловушке, когда они меня сливают. Один не портал. Портал исчез. Так, я сейчас сделаю, пацаны, красиво. Я смогу, надеюсь, я смогу. Ай, блин. Ох и психи. Ах ты, блин. Блин. Я в ловушке, это петля времени, атабунг. Появился, умер, появился, умер. Так, я еще пока не возрождаюсь. Ладно, возрождаюсь и сливаюсь. Да что такое? Гусанечек, давай, ты красава, паркуришь хорошо. Так, и тучка бегает по полю, гоняет. Ой, я видел, там освободилась, я могу теперь успеть. Нет, не успеваю. Ты бы видел, как это красиво было. Все, вот тут стоять буду, меня не убьют. Я возрождаюсь и быстро прыгаю. Гусанек, я успеваю. Ого, их тут! Ого! Надо бежать быстрей! Они сзади. Вот это они там шумят. Вы тоже слышите эту музыку стрёмную от них? Да, да. Все, я оторвался. Нет, он там, я видел. А, блин, догоняет. А! Блин, с двух сторон зажали. Вот это был стрёмный момент. Все, беги. Давай, тучка, беги быстрей. За мной, я знаю дорогу. Давай, давай. Все, вот тут и сидим. Они сюда не придут. Это на карте место, где они его плохо знают. Серьезно говорю. Там, ну, видишь. Один портал здесь. Так. И один портал здесь. Есть, я еще успел портал поставить, пацаны. Вот псих. Слышь, гусанек, а ты что тут в уголку делаешь лабиринта? Мне тут хорошо. А что ты тут вообще, просто стоишь? Да. Вон в угол забейся, там сзади тебя. Все. Ну вот, все, это место, они точно его не знают. Мне кажется, знают. Я не могу наблюдать, например, за итучкой. А, не могу, я думал, что он сливается. Ты до гусанька идешь? Не знаю. Он там, иди. Если ты назад будешь идти туда в угол, он там сидит. Вот там, да, прямо. Все, я сейчас к вам приду. Ух, о, блин, а было бы классно вот сюда вот сразу телепортироваться. Так, еще раз. Черный, хорошо, пойдет. Ух ты, да как здесь выиграть? Пацаны, вы знаете, что я сейчас буду еще делать? Я буду добавлять. Сейчас я приду к тучке с гусеньком и добавлю им. А, уже нема смысла. Ставлю еще. Да блин, я же поставлю твоих братьев, не мочи. Да блин, отвали от меня, дурачок. Слышь, о, уже двое, ну давайте, давайте, давайте. Блин, вот это прикольная битва у нас. Давай, 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 ну, хорош. Пацаны, троих, троих абун гоняю. Рекордное время должен поставить, это сколько, двое суток? Ух ты, блин, это было близко. Ой, блин, помогите кто-то. Ну помогите, отключите их на себя. Нет. Да пацаны, ну вот я тут на пятачке бегаю. Блин, да это ненормальные какие-то психи. Отлично. Ребята, вот это я вырвался. Надо паркурить. Все. Я смог выиграть. Блин, он там прыгает тоже. Кстати, они могут ко мне резко телепортироваться. Надо быть к этому готовым. Сейчас будет самый жесткий раунд. На вышке будет лежать вот эта вот админская монтировка. Она убьет Абунг и всех окружающих игроков, кроме того игрока, который возьмет эту монтировку. 100 Абунг находится вокруг вышки и наверху админская монтировка. 3, 2, 1. Раунд начался. Я прям слышу, как они вокруг меня. Нет, нет, он за мной. Пацаны, помогите. Нет. Я не могу до вышки добежать, у меня нет возможности. Че, есть победитель еще у нас или нет? Это хорошо, потому что я должен быть я победителем. Опа, зачем? Я уже ближе. А кто там наверху? Я. Мы. А вы уже вышку, вы взяли монтировку? Да, я взял ее. Ну, гусанёк, ну ты пролетел.
Да не спрашивай. Дай мне, пожалуйста, эту монтировку. А, блин, я уже был в вышке, а он меня замочил. 3, 2, 1, бум. Смотрите, как монтировка сработала. Гусунёк, ты победитель этого ролика. Ты лучший игрок, которого я видел за последние 20 минут. Ты молодец. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Ого, камера улетела!